Олег Прокошин, капитан команды КФУ. Несколько комментариев о сегодняшней финальной игре. Что могу сказать, тяжелая игра. Обидно такие игры проигрывать очень. Не знаю даже, что говорить. В принципе, нас ничья не устраивала, так что последний гол нам уже ничего не решал. Нам сама победа нужна была только. Так мы все равно в стыки попадаем. Поздравляю команду Кубанского университета. Спасибо большое.